nature, that we need this contact with that which is what we are designed to live in. So we look outside and we see the green of the countryside. We see the blue of the sky. We see the blue of the sea. And these are just the environments we are supposed to live in. So you can say, if you like, that humans are designed to live in this environment. We don't do well in this environment. Or you can say that humans evolved to live in this environment, therefore we are optimized in that environment. So whatever your philosophical, theological underpinnings, doesn't matter too much. We need this positive, natural earth ecosystem environment. We are designed to live in ecosystems. We can only live in ecosystems as we interact with our environment. And that takes us back round to good nutrition, which of course is promoted by a good environment. So there we go. That was just my simple idea. This poster, take it or leave it, as you will. We might be coming back to some of these things in more detail. But all of these effects are interacting with our individual health and well-being, very often in a two-way pattern. As we learn about these, as we understand these interactions, as we look at the research and the evidence that supports these interactions, we can learn to optimize our health and the health of the communities we live in, and the health of our environment, and the food that we eat, and the exercise that we take, and the mind that we have, and the toxins we avoid, and the genetics we interact with, and the microbes that we live in symbiosis with and sometimes suffer from disease from in our social interactions. I think you get the idea. Thank you very much for watching, and I hope you like the new poster.
может и надо, но... Да уж. Да, вот это он о себе и думает, да. Да, наоборот, да. Да. Ну да. Ну наоборот, либо здоровье, либо жизнь, что ли, ты как-то так. Понимаешь, это Сна.
что будет, ничего не делать, наоборот, и наоборот. Ну как странно, да? Латынь — это язык магов и в то же время язык науки, да? Прикольно, да? Ну, типа магии. Магов, да. Амбициозно. Это да. За свои навыки, за себя, как бы, да. Ну, нормально. Ну, наверное, не знаю. Ладно. Универсалом, значит, надо быть международным специалистом, да, то есть, что ты, здесь ты такой, а туда ты приходишь, и все, ты никакой, то есть, это называется relation, то есть, как бы, да, а что, не знает никто, а твои знания ни о чем, они вот именно понимают, не стоишь, но это имеет в виду, какое, ну, да, ты хочешь, когда применение не найдешь другим, что ли, это самое, то есть, как, да, своим идеям, там, идеалом, да, и потом, да, то есть, да, просто себе, да, типа, мир, да, наоборот, да. Да. То есть можно жить и не умирать, и не убивать, как бы здоровье не отделять даже. Наверное, гипотетически, хотя бы гипоталамус, значит, да. Ну нельзя, значит, не. Это ты вам нас не приговорил он.
вся штука, что жизнь вот такая, понимаешь, она устроена именно так, и всегда была такой, и всегда такой и останется. Да, то есть, представляешь, как... А ты как живешь, понимаешь? Вот, наверное, да, Настя, вот ты... Да, понимаю. Ну, она себя найдешь, видишь, жить захочешь, так, наверное. Ну да, то есть, ну да, наверное, да. Так это неинтересно, просто так жить, это и все равно пройдешь просто так, всю жизнь будешь жить просто так. Ну то есть, что-то кушать, где-то, как, да, и так далее, да, то есть, это и так понятно, надо жить как-то так, да. Да, да. Амбициозно, скажем так, реализованно. Правильно, что-то делаю, произведя, да. Сейчас это понимает. Очень не это понимает. Вот это она имеет. Что, заяц, что ли? Народ она имела. Вот это она имела. Ну, это понятно. Это вопрос даже не философский. Вопрос навыков. Если уж на то пошло, и тут как бы... Да, свое. Постоянно. Еще порчи с глаза, она себе так говорит, что себе он так думает. Ну типа да. А порчу себя сам говорит, наверное, просто понял, просто да.
вообще за это.
Thank you.
понимаешь? То есть он про себя так думает тоже. Печально.